это что он сказал, а как часто? Он это сказал интенсивность, да, например, этих фраз. То есть если он в течение дня постоянно об этом говорит, ну или там, допустим, регулярно возвращается. Более трех раз, да, регулярно возвращается к этому, это уже очень, ну, такой тревожный симптом. Плюс вот то, что мы говорим, насколько детально он это, да, дает фантазию идейную. Это причем и к суициду относится, и к агрессии. То есть насколько он четко может сказать, как бы он это сделал, насколько у него реально доступно это, и насколько у него, ну, это, тут кроме этого всего, да, вот, сигнал считается. То есть даже несмотря на то, что он мог об этом сказать, но это эмоционально, просто эмоционально и чувствительно послушаю тему, вот в течение дня несколько раз это затронул, что вот такой случай и так далее, это может быть одно. Но если к этому еще добавляются, считается, например, депрессивными, да, некоторые особенности. То есть человеком генерализованная тревога, ну, то есть он находится в таком возбужденном состоянии. Дополняется туда такой термин, как аденогия. То есть это состояние, когда он перестал интересоваться теми действиями, которые ему раньше нравились. К примеру, там, он раньше увлекался спортом, вдруг он спорт бросил, ну, еще и плюс еще и разговор, да, так выходил. Или, ну, например, родитель говорит, давай сходим с тобой, фильм посмотреть, в кино, а он говорит, нет, не хочу. Вообще, если есть сигналы, ну, вот как тревожные, да, обращаются к директору непосредственно, а у него есть полномочия обращаться к правоохранительным органам. Если уж что. И даже я бы сказала, что у него не есть полномочия, это его обязанность. То есть, вот, в принципе, любая информация, если есть риск вреда здоровью самого ребенка или окружающего, значит, школьного психолога, администрации школы, они обязаны эту информацию передать в правоохранительные органы. Просто у нас момент такой, почему я говорю про директора, потому что это действительно в полномочиях директора закреплено. Школьный психолог, он, скажем так, является подчиненным директора, администратора. И у нас нет лицензирования пока психологического.